Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Headless at Info, и сегодня я вам покажу, как на телефоне Tecno Power 5 Pro добавить отпечаток пальца. Чтобы добавить отпечаток пальца, вам нужно перейти в настройки, после чего листнуть снизу и посмотреть там пароль и безопасность. Тут же нажать на отпечатки пальцев, ввести пароль и добавить отпечаток пальцев. Нажимаем далее. После чего нужно нажать на сам датчик отпечатков пальца. Он у нас находится справа, снизу кнопки выключения или включения. Нажимаем. Так. Ну, чтобы область пальца не повторялась. Так, теперь край пальца. Так. Готово. Все, теперь можем закрыть телефон. Ага, извините, это звук. Так, выключить телефон на эту же кнопку и нажать. И все, разблокировано. Снова же выключить и нажать. Разблокировано. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь и всего хорошего. До свидания.